Всем привет-привет, всем доброе утро. Ну, разговариваю тихо, семья спит. У нас завтрак. Утро уже холодное. Ну, уже все, дыхание осени. Сегодня всего 12 градусов. Напомню, Нижний Новгород. Вот эта вот стайка, вот именно старые голуби. Вот когда их больше, это прилетают уже, ну, с окрестности. Ну, воробушек проснулся. Да, не один. Мне так нравится, они убегают вот туда на тротуар, берут кусочек, ну, специально для них булочки даю. Ну, а голуби, конечно, стремятся у них отнять. И они именно скачут, не улетают, с куском не взлетишь. И вот по этому тротуару, вон там, сейчас я приближу, там где-то. Ага, вон. Воробушек в самой дали. Видно, большой кусочек выбрал. Больно. Никак с ним не справиться. Покушать все хотят. Как говорят, ну, найдут. Где они найдут? Где? Раньше в городе хоть были пищевые бачки. Можно было в них найти что-то. Давай, бери. Ну, чего ты там, ничего не взял. Ну, с утра поедят и хорошо. Пока кот никакой не пришел. Ну, такое чувство, что вот-вот пойдет дождь. Да, не хочется осени. Ну, это, как говорят, у природы нет плохой погоды, есть плохая одежда. Это все поправимо. С этим можно справиться. Очень тревожная обстановка. Так что я желаю всем мира, если YouTube закроют. У меня есть канал на Дзене. Но он пока никак не разгоняется. Как было 8 подписчиков, так и есть 8 подписчиков. Но если что, знаете, у меня канал на Дзене. Я, ну, планирую все-таки не бросать его. С YouTube, пока YouTube работает, не уйду. Монетизации у меня никакой нет. Буду показывать вам Марчика, голубей, цветы, мгновения из нашей жизни. Всем мира и добра. Всем пока-пока.